Ваш мозг подобен переключателю. Переключитесь на себя. Это проще, чем кажется. Перестаньте быть слепыми подражателями. Как только вы поверите, что являетесь кем-то, вы сразу же начинаете представлять себя в этой роли и постепенно перевоплотитесь в это. Как если бы вы, не дай бог, были в коме, а очнувшись, потеряли память. И тут вам сказали, что вы служили в спецназе, и ваша команда ждет вас обратно после выздоровления. Как вы думаете, стали бы вы вести себя и действовать по-другому? Как изменилось бы ваше восприятие себя, если бы после комы вам сказали, что вы учитель игры на фортепиано? Вы бы все время искали этому подтверждение. Так ищите все время подтверждение тому, что вы успешны. Быть успешным в жизни – это иметь соответствующую систему убеждений о том, кто вы. Непререкаемо верьте, что вы уникальны, что вы особенны в своей области. Если вы действительно убеждены в том, что являетесь одним из лучших актеров в мире, вы будете совершенно по-другому действовать, чем если бы вы думали: «Надеюсь, что я неплох». Выражение вашего лица и тон вашего голоса будут совершенно иными. Вы найдете свои слова вместо чужих, у вас будет особенная манера поведения. Вы будете выделяться из толпы и будете более узнаваемым. Вы станете собой. Ваш мозг – это переключатель. Вам только нужно подключить к нему нужные провода, а это значит, что вы идете прямо к своей цели. Если вы не уверены в себе и легко поддаетесь деструктивному мнению окружающих, то ваши мечты и цели никогда не станут реальностью. У каждого в жизни есть сомнения, у каждого есть конфликты, даже у самых успешных людей, которыми вы восхищаетесь. Но важно то, как вы в самый тяжелый период справляетесь с негативными мыслями и побеждаете их действиями. Это все приходит, если вы уверены в себе, если убеждены, что можете справиться с любой ситуацией. А уверенность – это практика. Это ежедневная концентрация на возможностях и на всем самом полезном, всем самом лучшем для себя. Верьте в себя, любите себя, развивайтесь. Не позволяйте негативу сеять страх и сомнения в вашей душе. Верьте, что каждую минуту вы становитесь лучше. Великие люди думают по-другому, великие видят по-другому. Мелких же людей просто съедают проблемы и негатив. Они в нем варятся изо дня в день. А у великих людей, людей с позитивным мышлением и иной взгляд на мир, они создают мир. Именно мечтателями-энтузиастами были придуманы машины, самолеты, компьютеры. Мир принадлежит оптимистам. Пессимисты – всего лишь зрители. Поэтому переключитесь на себя, на свои мечты. Когда ваши силы на исходе, вспомните, куда вы стремитесь и как хотите жить. Как хотите жить вы, а не как хотят окружающие. И вы сумеете сделать это. Вы сумеете ежедневно концентрироваться на своих целях, на всем том, что двигает вас вперед. Вы сумеете навсегда избавиться от всего негативного и разрушающего, от всего того, что тянет вас вниз, и тогда вы преуспеете во всем. Вы сможете получить от жизни все, что захотите. А если наступают тяжелые времена, если негатив лезет со всех щелей, если враги и завистники пытаются вас сломать и разнести в пух и прах, как оставаться сильным? Как сохранить энергию и не растерять уверенность? Просто продолжайте гнуть свою линию. Продолжайте концентрироваться только на пользе. И то дерьмо, которое к вам лезет, оставьте врагам и завистникам. Пусть кушают его сами, и в скором времени они им поддавятся. Они могут выиграть бой, но не войну. С этого момента постоянство усилий должно быть у вас в крови. И это не обязанность. Это ваш стиль жизни, по-другому и быть не может. Если вы хотите чего-то, чего у вас раньше никогда не было, если вы хотите сделать то, чего никогда еще не делали, если вы хотите быть тем, кем не были никогда, продолжайте мыслить возможностями. Продолжайте мыслить позитивно. Меняйте свое мышление. Ведь вы знаете, что ничего хорошего не будет, если вы вернетесь к старому мышлению. Так какой смысл сдаваться? Задумайтесь.